происхождение человека, как, от кого, примерно когда. Понятно, что довольно раннего, так сказать, существования человека, как только он себя начал осознавать, сразу же начали возникать вопросы, откуда мы взялись. Ну и понятно, что там привлекались всякие разные гипотезы очень активно вроде нашего божественного происхождения и прочее, и прочее. Ну, разное происхождение божественным происхождением, а всякие научные данные говорят нам о том, что мы находимся в очень тесных родственных связях со всем остальным животным миром. И, например, так сказать, чтобы прояснить наше место на генеалогическом древе млекопитающих, пожалуйста, давайте вот сюда посмотрим. Видите, значит, наша ветка, общая такая веточка, от которой произошли приматы, а затем, так сказать, в них были и мы с вами, отделилась от общего древа млекопитающих примерно в нижнем милу, в самом начале мелового периода. Вот она, доклада. И, как выясняется, одними нашими, так сказать, нашими ближайшими родственниками из вообще, так сказать, всех млекопитающих являются грызуны и зайцеобразные. На самом деле грызуны к нам даже ближе. Вот. Значит, и это, так сказать, наши ближайшие родственники, да? А вот эта ветка, в которую входят, видите, и отряд приматы, также туда входят тупоеобразные и шерстокрылые. Эта веточка была названа Эоархонта, что означает настоящие предки. То есть наши настоящие, самые настоящие предки и ближайшие, так сказать, наши родственники. А, вот, ну, к сожалению, бредновато, конечно. То есть вот в отряд тупоеобразные в настоящее время входит 20 современных видов, которые распространены в основном в экваториальных лесах Африки. И вот здесь двое представителей. Это полевая тупая и вот перохвостая тупая. Видите, это не очень крупные зверьки. Вот. Но давайте вернемся чуть-чуть назад опять. Как видите, вот. Значит, гораздо более тупаеобразные они, так сказать, отстоят немножко в стороне все-таки. Еще ближе находится такой своеобразный отряд млекопитающих, который называется шерстокрылые. Вот. Видите, значит, малайский шерстокрыл очень интересное животное. У него вот здесь вот находится такая, больше всего по образу жизни, наверное, он напоминает какую-нибудь летягу, белку-летягу. Значит, передвигается он, перескакивая с дерева на дерево, при этом он расправляет свою замечательную кожную складку. Вот. Зверь, конечно, ужасно экзотичный по своему виду, да, и, наверное, на первый взгляд очень сложно его как-то к нам, что называется, пришить, прилепить. Но вот, тем не менее, генетические данные нам показывают, что тем не менее можно, а в общем-то даже и нужно. Родственные связи уже в нашем с вами отряде. Значит, вот здесь вот показано современное распространение представителей отряда приматов. Естественно, мы не включаем сюда наш собственный вид, потому что тогда мы должны были бы вообще все континенты закрасить зеленым цветом. Но вот это вот распространение других представителей отряда приматов. Давайте посмотрим. Значит, самые наиболее рано отделившимися в нашем, так сказать, отряде животными были лемуры. И, значит, лемуры у нас обитают на единственном континенте, даже не континенте, на самом деле на острове Мадагаскар. Почему я говорила, сказала континент, потому что на самом деле по некоторым данным его можно считать таким микроконтинентом, потому что там за счет его странного происхождения и раннего отделения вот, от общего материкового щита сформировалась совершенно своеобразная флора и фауна. И уж по флоре и фауне это точно совершенно, этот остров можно считать таким микроконтинентом. Это произошло примерно 58-80 миллионов лет назад. И
еще в меловом периоде. Примерно 40-55 тысяч миллионов лет назад разделились, тоже две ветки, и от общего древа отделилась клада широконосых обезьян. Широконосые обезьяны – это обитатели американского континента, еще их называют обезьянами нового света. И обезьяны нового света эволюционировали самостоятельно, поскольку были сходные условия эволюционирования и в Африке, и на американском континенте все это все-таки животные такого более-менее теплого климата, лесные животные. Вот. То у них сформировались очень сходные адаптации. Мы сейчас, когда мы на них посмотрим, на картинке, вы в этом убедитесь сами. Стрепсирини, это лемуры и, лемуры и другие, и так далее. Да? Вот. Платирини, что означает... Стрепсирини, честно говоря, я, видимо, скручен на носы, что ли, если так сказать, так переводить. Значит, платирини. Естественно, означает широконосые, потому что ринос это нос. То есть по-русски это широконосые обезьяны, да? Да, это широконосые обезьяны. Вот, да. Вот ринос, значит, по-русски широконосые обезьяны, или, значит, обезьяны нового света, потому что все широконосы это обезьяны нового света. Значит, церкопитекоиды это обезьяны старого света, к которым, так сказать, относятся мартышки, павианы. Старый свет – это Африка. Да, старый свет – это Африка и, соответственно, Юго-Восточная Азия. Гиминоиды, они делятся на гелобатит, к которому относятся гиббоны, и гоминид, к которому относятся так называемые большие эйпы или настоящие человекообразные обезьяны. Ну, давайте начнем с лемуров, как таких представителей, эндемичных представителей острова Мадагаскар. Вот, вот известный всем кошачий лемур, вот настоящий рыжий лемур и вот тонкий лори. Большая часть лемуров ведет ночной образ жизни, и это сказывается в их облике. У них очень крупные обычно бывают глаза. Вот, передвигаются они, как правило, очень медленно. Питаются разнообразно, фруктами питаются, и питаются очень активно насекомыми, могут поедать там птичьи яйца и так далее. Вот, поскольку, вот, например, тонкие лори, они насекомоядные животные, насекомоядные не в плане отряд насекомоядные, а то, что они поедают насекомых, да, и, так сказать, охотятся они обычно по ночам, они обладают очень интересной манерой, они так очень медленно подкрадываются, у них очень плавные движения, и их практически совершенно не слышно, при этом они очень активно умеют своими огромными глазами улавливать даже, так сказать, малейшие отсветы, там хватает света звезд, света там, ну, луны уж подавно, для того, чтобы увидеть свою добычу и аккуратно как раз ее схватить. Вот. Ну, лемуры, они вот такие. Это широконосые обезьяны, то есть это обезьяны из Америки. Нынче их известно 130 видов. Представители, как паукообразная обезьяна. Вот. Ну, здесь даны их латинские названия, я не знаю, надо ли их произносить. Вот ночная обезьяна и обезьяна капуци. Ну, капуцин на самом деле довольно активно культивируется обычно в разных зоологических садах. И, в общем, в принципе, довольно знакомые нам зверьки. Обратите внимание, вот на ночную обезьяну. Согласитесь, что ночная обезьяна, несмотря на то, что она имеет совершенно, так сказать, отдаленные, то есть они разошлись с лемурами, эти ветки разошлись в порядке, да, лемуры отделились 58 миллионов лет назад, да, если по самой такой нижней границе брать, и широконосы отделились, а наоборот, если по самой дальней границе брать, то 55 миллионов лет назад, то есть между ними, значит, 3 миллиона лет, да, как они разошлись, и все равно на самом деле мы находим в ночной обезьяне, например, в тонкой лори, множество черт сходства. Это сходство, которое обусловлено не родством, а прежде всего обусловлено тем, что они ведут сходный образ жизни в сходных условиях. То есть они живут на сходных размерах и
мы здорово друг на друга похожи. Вот, вот обезьяны старого света, мартышкообразные, тоже 130 видов, в основном это Африка и Азия. Вот самые, наверное, такие забавные представители, это японский снежный макак. Это самая достойкая обезьяна. И у нас в московском зоопарке они зимой не загоняются в вольеры, они гуляют вполне себе открыто, и их можно видеть на улице. Открытый вольер. Вот видите, она, эти обезьяны покрыты такой мощной шерстью. Но обратите внимание, все равно у них открытый, не зарощенный шерстью лицевой диск. Прежде всего, такой лицевой диск, не зарощенный шерстью, нужен для того, чтобы осуществлять коммуникации со своими соседями по группе. Потому что основной язык – это язык мимики, да, с которым они общаются друг с другом. Обратите внимание вообще у всех обезьян, какими волосатыми они ни были. Все равно лицевой диск остается практически шерстью не зарощенной. Это, в общем, такой, наверное, ну, достаточно уникальный случай вообще в природе. То есть эти животные тоже вроде нас с вами, да, очень активно гримасничают и используют язык мимики для того, чтобы друг другу сообщать разную информацию. Ну вот это вот гелада, тоже ближайшие родственники их павианы, такой вот доминантный самец, он такой разный вот, но грудью яблоко. Вот. То есть вот верветка такая очень скромная. У верветок очень любили, я так понимаю, носить себе на плече разные шарманщики для того, чтобы они понимали верветики всем желающим. Ну, действительно, такая, в общем, такой вид забавный и умильный. Вот. Ну и уже ближе к нам с вами это гелбатиды, трое представителей гиббонов. Ну, в принципе, 20 современных видов известно, да? Ну, значит, вот белорукий гиббон, сиаман и, значит, кулак, так называемый. Дождевые леса Азии и Индонезии. Смотрите, пожалуйста, какова пропорция тела. Значит, смотрите, какой длинный рукав. Я сейчас так подставлю палочку, да? Вот рука, а вот все остальное тело. То есть практически руки длинные настолько, что, так сказать, ну, все остальное тело, оно длиной тоже с эту самую руку. Мне кажется, что у сиаманга даже больше. Значит, зачем это нужно? Дело в том, что это представители, это настоящие лесные обитатели, настоящие обитатели крон деревьев. И передвигаются они в основном, перехватываясь за ветки, с ветки на ветку перепрыгивая. И для этого, конечно, нужны очень хорошо развитые сильные руки у них. Помимо всего прочего, еще огромные кисти рук, которыми они очень хорошо умеют хвататься за ветки. Вот. Вот такой вот способ передвижения с ветки на ветку, перехватываясь, называется брахиирование. То есть они брахиаторы настоящие. Если вам скажут, что кто-то брахиатор, вот вы, значит, знаете, что это передвижение вот таким вот способом. Ну, теперь давайте попробуем получить общее представление о древних приматах, уже более близких к нам. Значит, это различные виды ископаемых приматов. Я прошу прощения, да. Опять не написано по-русски. Ну, пожалуйста, хотя бы некоторые прочитайте, ладно? Хорошо. Вот, собственно, это опять-таки ветка лемуров. Это ветка широконосых обезьян, это мартышкообразная, это, собственно, гиббоны, гелбатиды и гоминиды, это, вот, так сказать, наша ветка. Просто здесь показаны некоторые представители ископаемые, те, которые до наших дней не дожили, а те, которые были обнаружены в виде отпечатков, в виде окаменелостей, это вымершие, значит, приматы из разных групп. Значит, вот видите, вот это эусинида, так сказать, названа, ископаемая форма, которая отделилась, тоже была, так сказать, на общей ветке, то есть настоящих обезьян, потому что, значит, лемуры они считаются отдельно, остальные считаются настоящие обезьяны. Вот. Еще более, так сказать, старый предок, еще до 80 миллионов лет назад, вот такой вот
как животное, которое, люди, которые жили в деревьях, это и конструкция его, зверь, вот, собственно, вот, вот в таком вот виде этот зверь был найден. Видите, это фрагменты скелета, это довольно, кстати, хорошо сохранившиеся фрагменты стоп, довольно хорошо сохранившиеся фрагменты кисти, череп, очень даже приличной сохранности, да, и явно были найдены косточки, которые, по всей видимости, да, косточки хвоста, что позволило сделать такие его реконструкции, вот эта реконструкция скелета, в которой, посмотрите, как в нее встроено, во-первых, вот темным цветом изображено то, что удалось найти, да, то, что удалось таки найти, то, что было найдено, действительно, а вот белым цветом, более светлым, показано то, что домыслили реконструкторы, да, те, кто это животное реконструировал. На самом деле существует много интересных законов, по которым можно по нескольким костям, по нескольким фрагментам составить некоторые представления об облике, об общем облике животного. Ну, для этого требуется, к сожалению, конечно, не жесткий алгоритм. И, скажем так, мы можем судить, говорить так, что с, пожалуй, такой с вероятностью там, более 50%, наверное, даже более 80%, а может быть даже более 90%, вот это животное выглядело вот примерно вот так. Очень хорошо тоже умеет хвататься за ветки. Большой палец противопоставлен на стопе и на кисти. Противопоставлен всем остальным четырем пальцем. И на его передних конечностях и на задних конечностях были не когти, а ногти. Причем, как до этого можно догадаться? В общем, достаточно легко. Дело в том, что сопоставляя фаланги наших пальцев на скелетах человеческих и на скелетах тех приматов, которых у всех приматов у нас есть когти, ногти на руках, а не когти. Прошу прощения, а в чем разница? Значит, коготь – это роговое образование, которое, как сказать, оно, во-первых, оно имеет другую форму. Значит, оно не плоское. Оно вальковатое, оно выступает вперед за палец, да, и оно обычно предназначено для того, чтобы им куда-то вцепиться. Вцепиться, повиснуть, там, поцарапать. Это такой инструмент. Ногти – это роговые образования площадные. И они обычно, по большей части, перекрывают последнюю фалангу пальца. Да, они плоскенькие. И фаланги пальцев, на которых формируются ногти, а не когти, они тоже уплощенные и расширенные. Потому что, например, фаланги пальцев у каких-нибудь зверей, у которых когти, у собак, например, или у кошек, или у кого угодно, у кого есть когти, у белок, они очень узенькие и значит, цилиндрические. Фаланги пальцев человека, они уплощенные и расширенные. И фаланги пальцев, соответственно, современных обезьян. Поэтому, глядя на форму его костей, в общем-то, можно было точно совершенно сказать, с большой вероятностью опять-таки предположить, что у него на руках, так же, как и у нас с вами, и на ногах были именно ногти. Ну вот, считается, что это самая ранняя находка лазающих приматов. Датируется она 47 миллионами лет. Нашли в Германии и, естественно, назвали ее Дарвиниус, в честь Чарльза Дарвина. Вот. Дарвиниус Массимо. Ну, тут, видите, прослеживается ряд общих черт с сухоносными настоящими обезьянами. Ну, вот. Ну, явно тоже он имел какое-то такое отношение к лазовым к деревьям, но длинный хвост для очень длинный хвост, совсем длинный хвост такой. Сейчас, пожалуй, довольно редко можно встретить животных с настолько длинным хвостом. Значит, поближе к нам, это ранние представители узконосых обезьян, от которых, собственно, произошли и мы с вами, и человекообразные обезьяны. Значит, вот эти останки, этот череп датируется 29, примерно 37 миллионов лет назад. Обратите внимание, насколько сильно развиты клыки. Значит, дело в том, что у приматов до сих пор, и если помните, наверное, картинки, когда я показывала современных представителей
настоящих пусконосых обезьян, обезьян Старого Света, например, у Гелада, которая открыла рот, там тоже были видны довольно здоровые клыки. Значит, клыки в основном большие, нужны для того, чтобы демонстрировать агрессию, для того, чтобы демонстрировать, так сказать, собственную силу. И еще приматам такие клыки, но они, в общем, бывают гипертрофированы совершенно, они были нужны приматам и нужны приматам, собственно, для того, чтобы наносить раны рваные и очень болезненные. Дело в том, что просто может возникнуть такая непонятка, вроде бы эти обезьяны, они или всеядные, или растительноядные, и, в общем-то, они не питаются крупной добычей, как правило, а клыки у них примерно такого же размера, как, например, клыки там, хорошего тигра, да, или у хорошего льва. Но, значит, если мы будем более подробно их рассматривать, мы можем увидеть следующее, что клыки тигра и льва – это очень острые клыки, у них такая форма, что они предназначены для вскрытия крупных кровеносных сосудов. Дело в том, что хищник, когда охотится за своей жертвой, ему очень важно, чтобы жертва, а если это, тем более, если это крупная жертва, чтобы жертва как можно быстрее перестала трепыхаться, потому что любое трепыхание жертвы, оно может повредить хищника. Да? А если хищник, который добывает себе пропитание охотой, будет хотя бы чуть-чуть получит какие-то повреждения, он резко проиграет своим целеньким собратьям, потому что он будет немножечко медленнее бегать, да, немножечко быстрее уставать, если он там потеряет кровь, так, и так далее. Значит, соответственно, у хищника задача быстро свою жертву убить. Поэтому это, значит, эти крупные клыки тигра и льва – это, значит, вскрыть крупные кровеносные сосуды и, так сказать, не знаю, сломать позвоночник в районе шеи. И, значит, когда жертва затихнет, и все будет хорошо, очень быстро. Вот. Обезьянам, естественно, ни на кого такого охотиться не надо. Зачем нужны такие клыки? Ну, помимо, значит, демонстраций, защита. Защита от как раз нападения каких-то хищников, именно для того, чтобы наносить им неприятные болезненные раны. И, значит, рана, полученная от таких клыков, она рваная, она с неровным краем, как правило, она с размозженным краем, потому что зубы они такие не очень острые, такой довольно хитрой формы. Вот. И заживает она довольно медленно, и таким образом, в общем, удается немножечко вот этого гонку вооружений. Хищник-жертва в какой-то момент может быть замедлить, а где-то может быть чуть-чуть и выиграть. Вот, выиграть в эволюционном плане, естественно. Вот. Вот это вот уже такой вероятный предок человекообразных обезьян. Назван он проконсулом за это. Про первый, да, первый, первейший. И найден был скелет в дождевых лесах Африки, и считается, что такие животные жили там примерно 23 миллиона лет назад, уж точно. Вот. Найден он, видите, опять-таки, в виде черепа и отдельных фрагментов костей, которые здесь тоже закрашены более темным, значит, цветом. Это проконсул Беллинсони, собственно, это его реконструкция. Проконсул африканус, реконструкция проконсул африканус. Вот. А череп, да, другого проконсула. Называется, что люди, которые не поют. И череп реконструкции, конечно, это африканский проконсул. Вот, значит, ну, что здесь можно сказать? Во-первых, это было животное достаточно молодое, по всей видимости, даже видите, значит, все зубки такие сохранившиеся. Но, по всей видимости, поскольку вот эта вот глазница, она довольно здорово куда-то там переехала, значит, на бок, ну, скорее всего, или это была какая-то травма, возможно, это была врожденная какая-то травма. Вот. Значит, череп такой немножечко, конечно, покорёженный. И еще раз хочу подчеркнуть, что палеонтологам приходится, в общем, особо выбирать и приречь не приходится. Приходится работать с тем, что дают, с тем, что нашли, с тем, что есть. Единственное, что с того момента, как начали эти все находки только появляться, а это стало более-менее массово происходить приблизительно с где-то второго десятка 20 века, второй десяток лет 20 века, вот с тех пор до наших дней, конечно, методы очень сильно изменились, методы очень сильно технически выросли, и поэтому сейчас, конечно, находят больше,
а в том, что нашли, умудряются найти, так сказать, извлечь гораздо больше информации из того, что нашли, просто за счет, так сказать, огромного такого роста, технического роста. Но вот это вот современные гоминиды, настоящие человекообразные обезьяны или большие эйпы, как их называют. Значит, 4 рода и 7 видов. Давайте посмотрим. Значит, вот это вот два представителя рода орангутан. Вот это вот каборнейский орангутан, он такой более грацильненький, такой милый, вот тут сам с детенышем. Это, соответственно, суматранский орангутан, причем это самец, он такой более орангутальный, такой покрытый рыжей шерстью, с огромным таким лицевым диском. Вот. Надо сказать, что орангутаны отделились от нашего общего древа приматов самыми первыми. Значит, затем от него отделились гориллы, видите, здесь, значит, два рода, два представителя рода горилла. Ну и, так сказать, два представителя рода шимпанзе. Шимпанзе – это самая близкая к нам группа обезьян, наиболее близкий к нам род современный. Вот, значит, это настоящий шимпанзе, пантера глобитус, и бонобо, или панпарискус, или малый шимпанзе. Вот, дело в том, что у малого шимпанзе, несмотря на то, что все-таки они чуть-чуть все-таки ближе всех к нам, если смотреть чистую, так сказать, генетику, морфологию и так далее, к нам гораздо ближе. Ну как гораздо ближе, конечно, они между собой совсем были близки, да? Но чуть-чуть больше на нас похож именно, так сказать, пантроглавитус, то есть настоящий шимпанзе. А вот по поведению, по поведенческим проявлениям, на нас гораздо более похожи панпарискус. Вот у них гораздо более человеческое такое поведение. Вот. Но они, так сказать, они поменьше, они как-то менее агрессивные. Так, ну и, а где еще один род и один вид? Видите, там написано 4 рода, 7 видов. Ну правильно, конечно. Четвертый род, род Homo. И мы с вами, Homo sapiens, представители этого четвертого рода и единственный вид этого самого рода, который вот дожил до наших дней, соответственно, наоборот, процвел, возможно, и стал причиной того, что, все остальные куда-то делись. Ну вот за всю историю самыми крупными гоминидами были так называемые гигантопитеки. Встречались они, вы считаете, что они жили на Земле примерно от 9 до 1 миллиона лет, и, соответственно, достигали там 3 метров в высоту, там весили 500 килограмм, но, видимо, были не шибко умными. Вот это тоже такая конструкция, такие такой памятник. Видите, здесь вот на них охотится человек, ну, это, так сказать, не Homo sapiens, это, по всей видимости, так сказать, они могли пересекаться с человеком прямоходящим, то есть с одной из наших предковых форм. Ну и, значит, вот человек прямоходящий тогда вот на этих своих родственников довольно активно охотится, видите, с копьями, с балками. Видимо, этим сейчас будет, они окружили, там еще один такой в засаде стоит. Сейчас этим, видимо, будет плохо. Вот. Ну, собственно, так они и вымерли. Ну, давайте посмотрим, как, значит, если мы посмотрим нашу с вами ветку уже непосредственно, нашу предковую ветку после того, как мы разделились шимпанзе. Значит, сначала, чем дальше, скажем так, мы копаем, тем сильнее, тем все древнее и древнее становятся наши ближайшие родственники. Потому что вот, ну, даже меньше 100 лет назад еще, самой древней находкой считался афарский австралопитек. Там был один, значит, который был найден в Центральной Африке. Этот скелет, был найден полный скелет, очень хорошо сохранившийся. И возраст его был 3,2 миллиона лет. Сочли тогда, так сказать, сумели реконструировать его как женский скелет, и он тут же получил имя Люси. Вообще палеонтологи очень любят давать своим находкам разные имена. И череп. Называют его там ребенок из Тангула, например. Найдут там череп еще какой-нибудь или там кисть. И говорят, а вот это вот человек грузинский,
А вот что там нашли, какие-то останки, назвали их Арди, ну и так далее. Ну а дальше или по этим именам, или по другим, дают им латинские названия. К настоящему времени самый древний представитель, то есть мы постарели, наша с вами ветка, отделившаяся от шимпанзе, постарела практически вдвое, потому что самыми древними останками сейчас даже родственников близких считаются Сахилантроп чадский, вот, Сахилантропус чиденсис, возраст которого, вот видите, здесь, собственно, шкала, да, значит, возраст которого... Непонятно, какая шкала. Значит, смотрите, это 5 миллионов лет назад, это 1,8 миллиона лет назад, это 0,2 миллиона лет назад, соответственно, 200 лет, ну и вот здесь вот где-то ближе. А, то есть наше время это вверху? Да, наше время вверху. Мы разделились с шимпанзе, вот видите, вот антропологически от нас отделились, вот, соответственно, примерно 7-8 миллионов лет назад. Я еще думала, что она, так сказать, она добавка еще и логарифмическая. Такое впечатление, что она не линейная. То есть примерно 6,5 миллионов лет назад. Я прошу прощения. Надо объяснить, что такое логарифмическое. Нет, про логарифм не надо, а просто, да, иначе надо ничего не понять. Хорошо, значит, смотрите, пожалуйста. Смотрите, видите, значит, дело в том, что вот единичные отрезки на этой шкале, они означают разные промежутки времени. То есть и по мере продвижения туда наверх, значит, один и тот же отрезок на этой шкале, он показывает все, наверное, все меньшее время, все меньший отрезок времени. Похоже? Не похоже? Нет. Я не знаю. Ты, нет, народ, понятно или непонятно? Понятно. Нет, что такое логарифм, это ужасно. Раньше в школе логарифм учили в 7 классе, и этим пользовались. А теперь умники переставили это в конец 11 класса. И в результате, в общем, всем стало плохо. В общем, короче говоря, представьте себе, что, значит, чем мы поднимаемся выше по этой шкале, тем... Здесь просто гораздо больше подробностей, чтобы ее сюда уместить все события, ее как бы растянули. И, значит, масштаб по этой оси изменился. Вот. Значит, дальше вот тут. Следующая находка — это Орентогенензис Арди, который тоже дальше будет найден, Ардипитекус Кадабба, Ардипитекус Ранидум. Сейчас мы на них на всех посмотрим. И, значит, примерно, значит, вот это время австралопитеков, различных видений расцвета, потому что вот австралопитеков, конечно, найдено довольно много разных останков, самых разных, и, пожалуй, сейчас как-то, во всяком случае, про них очень много всего стало известно, известны разные виды. И постыдили они примерно все в одно и то же время, в одном и том же месте. Значит, далее, примерно 2 миллиона лет назад, они дали сначала уже видом рода Homo, и первыми были человек умелый, Homo habilis, и Homo rudolfensis, человек рудольфийский. Вот. И чуть более продвинутый Homo ergaster. Далее, человек умелый, Homo erectus, и, значит, вот Homo antecessor, соответственно, человек предковый, но какая-то такая немножко уклоняющаяся веточка, вот гейдельбергский человек, и, наконец, неандертальцы, и мы с вами, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Вот здесь немножко, конечно, показано, что неандертальцы якобы дожили прямо до наших дней, но на самом деле это не так, как вы знаете.
Вот. Мы, видимо, не могли очень здорово покинуть этот лучший из миров. Вот. Ну и здесь же, посмотрите, пожалуйста, на самом деле, современниками рода Homo вот, были еще, так сказать, еще одна веточка парантропы, так называемые парантропус мощный рамбустус и парантропус боизий. Сейчас мы на них на всех глянем. Ну вот, это такая... Так. Ну, картинка, на которой показаны значит, разные черепа, соответственно. Вот это черепа современных человекообразных обезьян. Это череп шимпанзе, а это череп гориллы. А это, собственно, череп человекоразумного Homo sapiens, а это череп неандертальца. Ветка, которая обезьянья ветка, у них у всех довольно длинный, довольно большой развитый лицевой отдел, да? Да, и так сказать, черепная коробка, собственно, в которой размещается мозг, она, конечно, увеличивалась, но не так стремительно. А вот здесь вот явно эволюция шла по пути увеличения черепной коробки, пути увеличения нейротравления. Немножко забегаю, посмотрите, пожалуйста. Вот у неандертальца на самом деле объем мозга, он практически такой же, как у нас с вами. Но череп имеет другую форму. То есть, ну, объем мозга такой же, но, видимо, распределение его частей совершенно другое. Ну, может быть, не совершенно другой, но немножко другой, другая форма. Значит, вот а у нас он такой округленький. У них такой вытянутый. Ну, давайте посмотрим, значит, снизу вверх. Ну, вот это вот самый древний сефалантроп, чидензис сефалантроп чадский. Вот такой вот этот вид был описан вот по такому фрагменту черепа. Да, то есть такие здоровые наклонные дуги. Вот здесь вот такой явно желательный гребешок, не очень крупные глаза. Вот. И чуть-чуть более молодой, вот Арорин, это 6 миллионов лет назад, датируется находка, вот такой вот, такая реконструкция. Ну вот в таком виде был найден и описан Ардипитек, которого возраст 580 миллионов лет. Вот еще ближе к нам находящиеся Ардипитеки. Ардипитек рамидский, ардипитек рамидис. Вот такая вот его реконструкция. Конечно же, видите, он входит как наши современные человекообразные обезьяны. Видимо, это было не, так сказать, не двуногое хождение. Вот он не выпрямлялся. Но вот считается, что он передвигался, опираясь на костяшки пальцев, так передвигаются большинство представителей современных человекообразных обезьян. Горилла, орангутаны, панзы, они, значит, опираются или, так сказать, на вот эти фаланги, или вот так вот на кисти. Вот. Значит, ну, вообще надо сказать, что вот в этом вот ряду эволюционном, значит, чем человек стал отличаться от всех остальных? То есть, прежде всего, это гипертрофированно развитый мозг, то есть огромный мозг, который надо очень осторожно носить, чтобы не повредить, потому что, значит, он очень важен для нас, для наших предков, соответственно, был. И, соответственно, это двуногое хождение. Вот эти вот две черты, двуногое хождение и гипертрофированный мозг, вот это то, что на самом деле, вроде знаете, на первый взгляд, такие отличия количественные, на самом деле они, видимо, дали такое качество. Скачок и ну, смогли, так сказать, перекинуться от такой морфологической эволюции в такую социальную. Да? Вот. Значит, вот видите, поэтому прогрессивными чертами считаются черты в скелете, которые, так сказать, показывают нам, что животное стало передвигаться на двух ногах. Раз. И, естественно, изменение формы черепа. На это
значит, обращайте внимание, соотношение лицевой части черепа и, значит, нейрокрания, черепная коробка. Вот такие вот замечательные конструкции. Мне очень нравятся у них такие глаза печальные. Ой. К сожалению, конечно, свет, который за окошком бьет, он с одной стороны, когда он на доску светит, он помогает, а так он мешает здорово. Вот. Вот еще. Вот это вот как раз печальная Люси, австралопитек Афарский, 350 миллионов лет назад. Там реконструкция тоже какая-то очень печальная. Они очень, конечно, такие, обычно, когда их реконструируют, да, делают такими довольно печальными почему-то и задумчивыми. Значит, вот это вот человек кенийский, кениаутер пустотелок, значит, человек, кенийский плосколицый человек, да, если делать некоторые, ну, пытаться переводить его название, то действительно видите, что такая не очень большая черепная коробка, но лицо тоже плоское, кстати сказать, уплощение лицевого отдела и увеличение черепной коробки – это тоже вот такие прогрессивные черты в облике. Еще менее отдаленным нашим предкам считается, значит, австралопитек африканский. Это реконструированный череп детеныша. Кстати сказать, заметьте, что в принципе вот череп детеныша, даже австралопитека африканского, он по своим пропорциям все-таки довольно здорово уже похож на череп даже Homo sapiens. Дело в том, что в принципе у детенышей, вообще у детенышей любых млекопитающих, обратите внимание, у них, как правило, бывает гораздо более плоская морда, да, она более короткая. И, соответственно, такой более высокий лоб, соотношение лицевого отдела и черепной коробки, оно другое. Значит, лицевой отдел, он более короткий, черепная коробка, соответственно, относительно более крупная. И вот поэтому, значит, если мы даже детенышей современных приматов будем рассматривать, то у них пропорции черепа гораздо более похожи на, значит, на наши с вами пропорции черепа. Совсем везение к нам. Человек умелый, Homo habilis. В общем, 2 миллиона лет назад, в общем, видите, 2,6 миллиона лет назад, да, значит, это люди, все уже настоящие представители рода Homo, которые уже умели делать примитивные орудия труда. По всей видимости, они обладали примитивной речью. Значит, и объем мозговой коробки у них был порядка 500 миллилитров. Что они умели делать? Почему это называется человек умелый? Потому что, в общем-то, впервые вместе с человеческими, так сказать, останками, похожими, которые были отнесены как раз к роду Homo и к виду Homo habilis, к этой группе, были обнаружены примитивные орудия труда. Это были примитивные орудия каменные, которые были сделаны из кремня методом очень простым. Значит, брался один кремень, еще один кремень, и, значит, ударяли одним кремнем о другой. И то, что отщепилось, если удавалось отщепить пластину, вот этой пластиной затем пользовались, ну, естественно, это называлось отщеп. Вот. Его больше никак не обрабатывали, то есть надо было только научиться, так сказать, найти правильное место и хорошенечко, значит, по этому кремню стукнуть. И вот этим отщепом дальше уже пользовались, видите, они, так сказать, явно поедают кости крупных животных, умеют их разделывать. Собственно, зубами своими они этого сделать не могут. Дело в том, что еще одно из прогрессивных черт в роде Homo считается постепенное, значит, уменьшение клыков. Вообще уменьшение клыков, уменьшение зубов. В принципе, гипотеза такова, что вот уменьшение клыков, уменьшение зубов, оно способствует социализации. То есть можно, значит, меньше конфликтов происходит в группах, больше, так сказать, общения группы могут быть, в принципе, больше. Вот, меньше конфликтов между самцами, более такие человеческие отношения между членами группы, более человеческие отношения там, к детям и так далее. Вот, значит, поэтому своими зубами они уже не могли это разгрызть.
и пользовались вот такими вот примитивными орудиями труда. Вот так называемая алдувайская культура, поскольку впервые это было обнаружено в пещере Алдувай. Значит, чуть-чуть помоложе их Гомер-Эргастер. Вот и Гомер-Эргастер, смотрите, пошло, в общем-то, по тем меркам, да, то есть если раньше мы с вами мыслили категориями там 2 миллиона лет, там 5 миллионов лет, там 3 миллиона лет, смотрите, здесь проходит, в общем, около 1 миллиона лет, и, значит, вот Гомер-Эргастер, во-первых, конечно, вот эта реконструкция, она такая, ну, очень, на мой взгляд, человеческая, хотя здесь объем черепной коробки порядка 900 миллилитров всего, но это уже изготовление обоюдоострых рубин. Это так называемая ашельская культура. Дело в том, что обоюдоострые рубила – это совсем другой принцип изготовления орудий. Значит, если алдувайской культуре человека умелого интересовал отщеп, то здесь, значит, наоборот, интересовало ядро. Значит, надо было найти довольно массивный кремень и дальше вот от этого ядра откалывать куски до тех пор, пока вот то, что осталось, вас не устраивает в качестве инструмента. Значит, и вот это вот самое ядро, его обрабатывали довольно сложным образом. Значит, на изготовление таких орудий, то есть учиться этому уже нужно было очень долго. И вот у среднего эргастера считается, что уходило на обучение, так сказать, делать такие орудия, уходило примерно там, могло уйти там несколько лет, там 5-6 лет уходило, чтобы научиться действительно эти орудия делать. И, в общем, если, значит, ученые, которые делали, то есть палеонтологи, естественно, пробуют всегда все на себе, да, если, значит, алдувайские орудия делать, в общем, достаточно легко, и учиться этому, в общем, можно так, за не очень длительный срок тренировок, то, во всяком случае, современному человеку, то на самом деле делать хорошее орудие ашельской культуры – это на самом деле мастерство. И даже не у каждого современного человека это получается. Вот. Значит, еще есть такой метод исследования, как исследование отпечатков изнутри мозговой коробки. Значит, дело в том, что изнутри мозговой коробки отпечатываются, собственно, отпечаток мозга остается. И по тому, какой это отпечаток, можно понять, какие отделы были сильнее развиты, да. И, значит, вот по черепным слепкам Гомер-Эргастера было, в общем, понятно, что, значит, у них там в определенном месте коры больших полушарий, значит, имеется явно такая более развитая область. И когда всякие там добровольцы пытались учились делать вот эти вот ашельские орудия, обоюдоострые рубила, то, значит, выяснилось, там, мы к ним включили электроды, стали снимать энцефалограмму, значит, выяснилось, что у них возбуждается во время этого, тот, так сказать, когда они там пытаются все это делать, у них возбуждается тот участок головного мозга, который вот был гипертрофированно развит у этих самых гомоэргастов, то есть тот же самый. Вот это, такие сложные достаточно движения. Вот. Ну, и, так сказать, еще чуть-чуть, буквально там еще полмиллиона лет, и люди начали использовать огонь. Вот. Значит, тоже считается, соответственно, значит, на находке ашельской культуры первое использование огня. Ну вот давайте посмотрим, вот они, обоюдоострое рубило, то есть вот такое замечательное рубило изготовить не всегда под силу даже современному, очень такому продвинутому человеку. Вот. Ну, естественно, понятно, что, так сказать, все шло не очень гладко, как всегда. В эволюции не бывает прямых дорог, там бывает масса ответвлений, много тупиковых веточек, и вообще дорожка наша, как всегда, была кривой, и на этой кривой дорожке мы оставили своих родственников, которые в наши дни не дожили. Значит, это вот те самые
почти человеке, Paranthropus rambustus, парантропы. Вот это найденные не так давно на острове Флорес, так называемые хоббиты. Ну и это вот такая вот забавная реконструкция, такая вот неандертальский мальчик. Это неандертальцы. Такие наши ближайшие родственники, которые не дожили. Значит, знаете что? Почему он называется рабус на островной пупеке? Значит, Paranthropus rambustus. Значит, объем мозга 0,5 литра примерно. Значит, какие у них были черты продвинутые? Это было полностью двуногое хождение. Полностью двуногое хождение, но при этом, по всей видимости, они питались грубой растительной пищей. Об этом свидетельствует то, что у них очень мощно развитые челюсти и очень вот такие вот эти плоские, очень мощные коронки зубов. Такими зубами удобно перетирать разную грубую пищу. Но есть современные данные, вообще современные методы позволяют сделать очень много чего. В частности, они позволяют, например, по составу зубного камня, вот того вот древнего, да, они позволяют снять зубной налет и по его проанализировать химический состав и понять, например, обрабатывали ли пищу огнем, в каком соотношении, ну, естественно, это все имеет под собой вероятностную основу, но тем не менее, значит, что, в каких соотношениях они потребляли, например, растительную и животную пищу. Что показывает анализ? На самом деле они потребляли довольно много животной пищи, то есть они были так же, как и мы с вами, всеядными. В данном случае всеядность не означает, что они, так сказать, шли и ели все, что попадется им, значит, в зубы. Это означает, что им приходилось, во всяком случае, если, так сказать, самец хотел порадовать самку, он должен был пойти, то есть, и найти ей что-нибудь вкусненькое. Он должен знать, например, где находится там крупный термитник, чтобы его разрыть и достать ей вкусненьких личинок. Он должен был знать, там, где находится гнездо, чтобы залезть и там достать оттуда яйца или птенцов и ее там угостить чем-то вкусненьким. Да? Но когда вкусненького было мало, когда вкусненького не хватало, они, видимо, спокойно совершенно в эти в какие-то засушливые периоды переходили, значит, к питанию грубой пищи. Скорее всего, это были различные подземные части растений, достаточно грубые, и поэтому вот такая вот, такие вот мощные челюсти, видимо, у них, так сказать, сохранились и никуда не делись. Там, в их линии не прослеживается, так сказать, никакого изменения в сторону уменьшения их мощности. Африканские эректусы. А дело в том, что те представители, о которых мы с вами говорили, которые, значит, которым принадлежат орудия ашинской культуры, это уже не Homo habilis, а это Homo erectus, то есть это человек прямоходящий. И на самом деле среди них, вот среди их поздних представителей уже довольно много людей, так называемых людей современного типа. То есть это люди, которые обладали полным прямохождением, и соотношение лицевого отдела и черепной коробки были примерно такими же, как у нас с вами. Значит, на самом деле неандертальцы, они тоже спокойно, это люди современного типа. Гейдельбергские люди, это тоже люди современного типа. Вот. Значит, но тем не менее, это представители другого рода, это Homo erectus. Значит, и дело в том, что колыбель человечества – это центральная Африка, центральная, может быть, северная Африка. И вот оттуда-то как раз человечество и начало свой, так сказать, свое шествие по всему. Добрались они через Аравийский полуостров, так сказать, вышли. Значит, дело в том, что там, видимо, довольно здорово обмелел Персидский залив в тот момент. Там стало, так сказать, тепло и так, почти сухо. В общем, там где-то, видимо, можно было практически перейти пешком где-то. Нет, Персидский залив – это хорошо, океан интереснее. Нет, сюда они попали, сейчас не скажу. Океан, конечно, гораздо интереснее, но сюда они попали, пройдя по побережью Евразии, по югу
А то есть через Москву? В Евразии. Ну, нет, не через Москву, конечно, а через Грузию, например. Через Грузию. Потому что один из самых древних внеафриканских останков – это так называемый человек грузинский, Гомо Джорджикус, обнаружен не так давно на находке. Тоже, видимо, это представитель как раз тоже эректусов древних. Дело вот в чем. Дело в том, что вот как-то они тогда, тем не менее, добрались. Добрались они, значит, вот в Индонезию, эти люди. И буквально, по-моему, 2 или 3 года назад на острове Флорес были обнаружены останки очень небольшие скелеты. Этот представитель, он ростом примерно метр. Он весь, видите, он довольно пропорционально сложен. Значит, у него такой пропорциональный череп вполне, но вот он такой маленький. И было такое название хоббиты, их обозвали хоббитами за их малый рост. Вот. Но дело в том, что эти останки, по всей видимости, принадлежат человеку типа тоже Homo erectus. Но только очень маленький, еще раз повторяю. Но самое-то интересное, что эти останки датируются всего 12 тысячами лет назад. А это означает, что они вот на этих островах, вот в частности на острове Флорес, сохранялись довольно долго. То есть они там сосуществовали с Homo sapiens довольно длительное время. Потому что сапиенсы к тому времени тоже уже туда добрались. То есть вот 12 тысяч лет назад они еще там жили. Вот. Значит, ну вот, назвали его человек флорентийский, наверное, это флорентийский, флоресский, да? Ну вот это реконструкция, вот это череп его, это, соответственно, это бедренная кость, это плечевая кость. Довольно такие косточки. Вот. Да, давайте чуть-чуть назад, потому что я, конечно, должна комментировать их малый рост. Никто вопросов не задает. Значит, дело в том, что рост действительно у них очень малый, потому что, в принципе, представители Homo erectus, они, в общем-то, были уже достаточно рослыми. Они уже там были метра полтора и более, и на самом деле даже примерно приближаясь к тому росту к современному человеку. А эти очень маленькие, действительно очень маленькие. Но есть такая гипотеза, что, скорее всего, их полный рост – это следствие их островного образа жизни. Дело в том, что неоднократно встречаются в истории такие, эволюционные истории, такие случаи, когда, например, на островах очень сильно почему-то мельчают разные виды. Например, мы можем встретить карликовых бегемотов, тоже это островные представители, карликовые слоны, ископаемые, тоже встречались на островах, то есть они очень сильно мельче, чем их материковые представители. И поэтому, то есть, вот, одна из таких, на мой взгляд, очень, скорее всего, гипотез, которые в дальнейшем будут подтверждены, состоит в том, что и человек флоресский стал таким маленьким просто вследствие того, что жил на острове. Ну и вот наши ближайшие родственники, которых мы, увы, не уберегли, или наоборот, которым помогли не уберечься. Это неандертальцы, конечно. Значит, вот это область, в которой распространены их останки, которые мы сейчас находим. И, соответственно, считается, что от нашей ветви неандертальцы отделились примерно 500 тысяч лет назад. То есть 500 тысяч лет назад мы с ними разошлись, как море корабли. Скорее всего, значит, они являются потомками тех эректусов, которые вышли из Африки уже второй раз, не тогда, когда они пошли, потомками которых был человек флоресский. А это был следующий исход из Африки. Он произошел уже порядка, значит, 90
тысяч лет назад, вот те эректусы, которые отделились от тех, которые дали нам, видимо, начало 500 тысяч лет назад, они, значит, в какой-то момент отправились, вот как-то, вот, видимо, так, да, отправились завоевывать Европу, расселяться по Европе. Видимо, тогда тоже был климат более мягкий там. Вот. И дальше человечество уже современное встречалось со своими родственниками несколько раз. Значит, вот эта реконструкция неандертальцев тоже разная. Ну, смотрите, вот такой вот, вот это тот самый неандертальский мальчик. Этот, говорили, что он какой-то слишком чистенький, наверное, он должен быть чумазый. Потому что я говорю, что, наверное, прежде чем его рисовали портрет, его заставили умыться. Вот. Ну, вот такой вот. Значит, посмотрите, пожалуйста. Их очень часто реконструируют таким образом. Действительно, светлая очень кожа и очень светлые волосы и такие зеленоватые глаза. И очень часто действительно рисуют рыжими. На самом деле это неспроста. Дело в том, что к настоящему моменту удалось прочитать практически, ну, то есть из фрагментов костей удалось прочитать практически весь геном неандертальца. Значит, и в частности удалось прочитать, хорошо прочитать многократно тот участок, который отвечает за такой белок, который является рецептором, сидящим на поверхности клетки. Если на этот рецептор мы действуем определенным гормоном, то тогда клетка, а это рецепторы сидят на клетке кожи и на клетке волосяной луковицы, значит, то тогда в клетке начинает синтезироваться такой пигмент, который дает черный цвет нашим волосам. Это меланин. Он у нас с вами, например, вырабатывается в коже, когда на нас светит солнце, да, под действием ультрафиолетового света в качестве защитного вещества. Вот. У нас, значит, меланин, он действительно черный. А если, значит, этот рецептор сломан каким-то там образом, то тогда у нас меланин настоящий не вырабатывается, а вырабатывается так называемый феомеланин. А вот феомеланин – это, значит, пигмент, который дает нашим волосам как раз такой рыжеватый цвет, рыжеватый коричневый цвет. И, значит, на самом деле он и в нормальных клетках вырабатывается тоже, но там, значит, речь идет о соотношениях. То есть, но если, естественно, понятно, что если рецептор меланина сломан, то тогда вырабатывается только феомеланин, и, значит, соответственно, представители, у которых это все таким образом сделано, да, они такие светлокожие и рыжие получаются. Значит, в настоящий момент показано, что во всяком случае, практически во всей той ДНК, которую удалось, те фрагменты, которые удалось прочитать, значит, этот рецептор сломан. Его удалось синтезировать искусственно. Этот вот участочек, такую же ДНК синтезировали из нуклеотидов, набрали из буквочек. И, значит, ну, видимо, наверное, как сейчас делают, вставили этот фрагмент какой-нибудь бактерии Escherichia coli и заставили, значит, вырабатывать белок, вот этот вот белок-рецептор. Вот. А потом этот белок-рецептор взяли и, не знаю, подсадили там какую-то культуру клеток животных. А дело в том, что, значит, когда на этот рецептор действует определенный гормон, да, в результате в ответ на что-то должен выработаться меланин, тогда, значит, в клетке у нас запускается целый каскад реакций. То есть не сразу меланин вырабатывается, а просто запускается там каскад реакций, конечным продуктом которого является меланин. И вот одно из веществ в этом каскаде – это так называемый циклический аденозин-монофосфат. Циклический аденозин-монофосфат, в общем, это такое сигнальное вещество, которое у нас во многих очень каскадах реакций запускается. Значит, и, естественно, как можно померить активность этого рецептора? Значит, стали, так сказать, смотреть, насколько активно вырабатывается вот этот вот цикл АМФ в клетках, в которых работает этот рецептор в ответ вот на тот самый гормон. Ну и выяснилось, что ничего подобного. Очень мало цикла АМФ вырабатывается, никакого каскада, значит, запустить не удается. Ну и из этого был сделан вывод, что, скорее всего, уж, значит,
тоже были сделаны там хитрые очень математические расчеты. Я не знакома с ними, к сожалению. В общем, по литературным, так сказать, та литература, которую я про это прочитала, там тоже было сказано, что вот путем сложных математических расчетов было показано, что хотя бы 1%, ну, уже с вероятностью там 99, 1% неандертальцев был рыжими. Вот. А на самом деле, так сказать, никто... То есть сложно отрицать, что они все могли быть рыжими тоже. Поэтому их вот обычно реконструируют и делают их цвет волос такими рыжими. Смотрите, значит, у них... Видите, какие у них пропорции тела. Значит, соотношение длина ног, длина туловища, значит, голова и длина рук. Значит, они такие более приземистые, они такие более коренастые. И, в принципе, как правило, если мы будем рассматривать животных, любых, например, млекопитающих, теплокровных, естественно, животных, одного и того же рода, но одни представители живут, предположим, в холодных местах, а другие в теплых, то те, кто живет в теплых местах, например, лиса Фенек, которая степная лисичка, у нее огромные уши, у нее длинные тонкие ноги, она стройная. Вот. А вот, например, лиса, которая писец, которая живет, соответственно, за полярным кругом, у них гораздо более короткие ноги, короткий хвост, круглые маленькие уши. И на самом деле это прослеживается очень у многих видов, представителей которых есть в холодных местах обитания и, соответственно, в теплых местах обитания. Значит, вот в данном случае неандертальцы – это такие типичные представители рода Homo, которые развились и эволюционировали в холодных условиях. Они имеют другие пропорции тела, нежели вот Homo sapiens. Да. Значит, при этом сапиенсы с неандертальцами, несомненно, встречались. Причем, видимо, это было несколько раз. Значит, первый раз, когда сапиенсы уже сами... Значит, Homo sapiens вышли из Африки примерно 50 тысяч лет назад. Это будет, так сказать, следующая волна выхода из Африки 50 тысяч лет назад, то примерно в их стоянки и стоянки неандертальцев найдены и датированы одними и теми же сроками, и по всей видимости, значит, считается, что были межвидовые браки, по всей видимости. До совсем недавнего времени это был такой очень, так сказать, сложный, дискуссионный вопрос, потому что были найдены останки, например, в пещере Схум в Израиле, были найдены останки, датированные примерно 40 тысяч лет, в которой скелеты человеческие были, ну, то есть они имели черты и неандертальца, и сапиенса. Значит, были разные гипотезы, в частности, что это может быть какой-то третий совершенно вот такой вид, может быть. Но, значит, последние генетические исследования показывают, что, во всяком случае, все представители ушедшие из Африки, то есть все европейцы, во всяком случае, и произошедшие от них человечество, они имеют в своем геноме 2,5% неандертальских генов. Так что мы с вами все на 2,5% на самом деле неандертальцы. Вот. И, значит, ну, понятно, что ниоткуда это не могло взяться. И, по всей видимости, вот эти вот представители, которые были найдены в пещере Схул, они были просто гибридами, причем плодовитыми гибридами. А вот следующий исход, уже 28 тысяч лет назад, когда сапиенсы снова встретились с неандертальцами, они уже с ними встречались, а только воевали и поедали. Все. Вторая встреча не состоялась. Но вот это вот, просто для сравнения, вот это вот, значит, сапиенс, видите, он такой высокий, стройный, красивый. Но это вот такой вот неандерталец, который типичный, практически типичнейший гном, на мой взгляд. То есть по пропорциям тела, вот такой вот, короткая такая шея, широкие плечи, короткие ноги. Вот. Вот это вот относится вот к этому человеку, да? Надо сказать, что объем мозга, как я вам уже говорила, у неандертальца, он такой же. Такой же, только у него другая форма, и, по всей видимости, там были развиты немножко другие отделы мозга. В основном, значит, считается, что
объем долговременной памяти, скорее всего, у них и у нас примерно совпадал. И они, так же, как и мы, были способны надолго планировать какие-то действия, запоминать довольно сложные программы действий. В частности, у них была развита некоторая культурная обрядность. Они хоронили своих мертвых. Они не убивали, а сохраняли своих стариков. В частности, было найдено несколько скелетов, в общем-то, видимо, глубоких старцев. Возраст их, от рождения до их смерти, видимо, был 40 лет. И, естественно, на тот срок это были глубокие старцы, у них были до основания практически стесаны коронки зубов. Значит, поскольку климат был холодный, значит, на скелете раздуты суставы, то есть там явные артрозы, то есть он сам не передвигался, по всей видимости, его долго там переносили с места на место, кормили его сородичи. В общем, был, видимо, какой-то культ старшинства, да, возможно, так сказать, они делились опытом, но вот такой, я вижу. Нет, звонок просто. Значит, вот они, у них была некоторая культура развитая. Сейчас вот, опять-таки, недавние находки свидетельствуют о том, что, по всей видимости, они еще и делали украшения из перьев, потому что в итальянской пещере Фумане были найдены явно неандертальские, орудия, культурный слой, который определили как принадлежащий неандертальской культуре. Вот, и там были найдены птицы, птичьи кости, которые явно не имеют пищевой ценности. То есть это кости крыла, на которых остались такие вот зазубрины от орудий. По всей видимости, они выковыривали перья, сейчас считается, и они, значит, себя украшают перьями. Поэтому сейчас есть реконструкции, где, значит, неандертальцы такого, значит, а-ля там, индейский вождь там, изображают всего такого украшенного перьями. Вот. Но вот это вот древо, которое на сегодняшний момент, пожалуй, наиболее адекватно отражает наш с вами путь. Вот, начиная там 7,5 миллионов лет назад, когда мы разошлись с нашими ближайшими родственниками шимпанзе, вот так вот через человека чадского, то есть через сахилантроп, как мы знаем, или архантроп чудензис, он там называется, да, и так далее. Вот движется наш путь, разветвляется, где-то веточки пресекаются. Ну, и тем не менее, вот эта последняя веточка, которая пресеклась здесь, это неандертальцы, но мы с вами вот она, достигли современного состояния. Вот. Но на самом деле, значит, вывод из этого всего, значит, их несколько. Во-первых, конечно, самый главный, что все гораздо сложнее, чем мы думали еще буквально там 120 лет назад. Никаких прямых дорожек в эволюции человека, как в эволюции любого другого вида, не существует. И какие-то обычно признаки, которые мы считаем более прогрессивными, они встречаются очень даже часто. Так, у одной группы одни прогрессивные признаки, а другие примитивные, у другой группы другие прогрессивные признаки, а все остальные, значит, примитивные и так далее. То есть они вот так вот мигают. И вообще, в общем, сложная такая неясная картинка. Хотя в целом, в общем, что-то такое проглядывается, но многие важные детали так и остаются пока за кадром. Вот. Ну и, естественно, что касается основных движущих факторов, которые ответственны за эволюцию основных особенностей человека, мы знаем о них все так же мало, и на самом деле многие гипотезы до сих пор, конечно, основаны на самых, таких, не то чтобы они высосаны из пальца, нет, они, конечно, ни разу не высосаны из пальца, но это всего лишь гипотезы, и до теории им еще далеко. Но здесь очень радостно то, что
сейчас это, вот, на мой взгляд, претерпевает очень такой мощный всплеск. Во всяком случае, сейчас вот чем дальше, тем больше поступает данных. И вообще читать и следить за этим очень интересно. А почитать об этом, например, можно и нужно, я думаю. Давайте я напишу. А вот можно на доске? А, вот здесь. Такой вот портал, он называется антропогенез.ру. Антропогенез.ру. Это раз. Второе. Прямо так, антрогенез? Антропогенез, извините. Спасибо. Антропогенез.ру. И еще одно, на самом деле, этих мест много, но вот это вот, по крайней мере, это русскоязычные ресурсы. Значит, evolbiol.ru. Evolbiol, одно слово. Вот это два таких ресурса, на которые я очень советую заглядывать в время от времени, потому что на них появляется... А это для маленьких или это для ученых? Это научпоп, скажем так. Это рад, это немножко, это по-разному. Потому что вот на антропогенез, на самом деле, тоже, опять-таки, там есть разные уровни статьи. Там есть, например, так сказать, статьи с такими довольно подробными описаниями останков, да, а есть такие какие-то обзоры. Ну, в данном случае, наверное, evolbiol даже может быть более предпочтительным. Но еще вот такая штука. Это элементы. На самом деле там выходит очень много новенького и по эволюционным разным находкам, и по антропогенезу, и по вообще много чего. В общем, очень такие научно-популярные ресурсы, причем они, так сказать, не попсовые, а с одной стороны, с другой стороны, они, так сказать, с одной стороны, имеют такой хороший научный уровень, с другой стороны, в общем-то, их может читать кто угодно. Не надо для этого никакой особой там подготовки специальной. В этом все можно разобраться, это очень приятно. И люди, которые там пишут, они пишут хорошо и понятно для всех. Это неожиданно, потому что элементы по математике – это что-то совершенно ужасное и неудобоваримое абсолютно. Вот, что касается биологии, я вот очень рекомендую. Много новенького. Они там в основном, это переводы статей из Nature, из Science, из, так сказать, журналов, в которые попадают всякое вкусное на разные темы. Наверное... Нет, да, вопросы. Да, вопросы, пожалуйста. Если я смогу ответить. Сделала человека человеком. Во-первых, что такое сейчас? Ну, на самом деле, наверное, это, то есть любое объяснение, которое я сейчас вам приведу, оно будет, разумеется, спекулятивным, вы понимаете, да? Потому что, ну как, я сейчас просто буду придумывать. Естественно, скажу я, что, конечно, может сейчас уменьшаться объем мозга в ряду поколений, потому что на самом деле довольно здорово у современного человека снизился, так сказать, спектр задач, которые ему приходится решать в повседневной жизни. Потому что человек, значит, я считаю, что расцветом человечества вообще, так сказать, во всей красе, расцвет человечества, конечно, пришелся на времена охотников на мамонтов. Вот это было да. Дальнейшие задачи – это задача не попасться на зуб хищнику, самому не остаться голодным, прокормить свою замечательно толстую жену, что чем толще она будет, тем красивше, значит, и так далее, и так далее. Значит, это добыть огонь не спичкой чиркнуть, да, а вот это целый алгоритм, значит,
сделать подходящие орудия труда руками. На самом деле, значит, что касается современных, например, детишек, которые, ну, там, пучки, понятное дело, на ботинках, когда человек не умеет завязывать шнурки довольно долго, у него проблемы с мелкой моторикой, на самом деле это довольно здорово влияет на кору головного мозга, потому что это две напрямую связанные вещи. Да? Мелкая моторика рук и развитие, так сказать, определенных участков коры. Вот я думаю, например, за счет этого может среднестатистически снижаться объем. С другой стороны, какие-то отделы, несомненно, я думаю, если мы будем не общий объем сравнивать, да, а сравнивать объем каких-то отделов, думаю, что у современного человека он, так сказать, объем кратковременной рабочей памяти должен быть больше, чем того же самого охотника на маму. Не, ну, слушайте, в конце концов, в идеале, что такое человек? Это лежать, кушать и все, правильно? Мечта же в этом состоит. Все-таки конечная цель эволюции, она же не в том, чтобы быть... Чтобы вещество стало лучше. Не объема, а как-то... Значит, я не еще забыла. Как вещество? Понятно, что мозг состоит из нейронов, да, из нервных клеток. Сами нейроны по свойствам, я думаю, что изменились мало. Свойства самих нейронов, я думаю, что в среднем не поменялись, потому что, ну, вот, это некоторые кирпичи, из которых состоит мозг. Нейроны человека такие же, как у обезьяны? Думаю, что да. Совсем? Не думаю, что совсем, хотя бы потому... Нет, нельзя говорить так, что совсем. Почему? Потому что, конечно, ну, что такое? Нейрон — это клетка, да? А клетка, она состоит из белков, которые синтезируются по матрице ДНК. Понятно, что у нас с обезьянами разные ДНК. Например, у шимпанзе 48 хромосом, а у нас 46. И у нас с ними... Нет, я сейчас буду врать. Я боюсь вам врать. В принципе, там какие-то мизерные, конечно, цифры, на которые у нас геном не совпадает. Вот. Но, тем не менее, видимо, на молекулярном уровне это довольно здорово себе дает. Прогресс человека — это 2000 лет. Как так? Прогресс человека 2000 лет? Когда штука на компьютере хотя бы будет... Нет, это письменный прогресс. Нет, извините. Тогда через какое-то количество времени скажут, что 20 лет назад человечества не было, потому что компьютеров не было и не записывали. Понимаете, просто тогда наши дети отменят нас как этих самых. Несерьезно. Нет, это письменные истории порядка тысячи лет. Нет, я думаю, что основной-то прогресс как раз вот и пришелся вот на здесь вот. Так сказать, такой. Я слышал, что какие-то
Из них упомитроли? Нет. Идея такая, что вообще понятно, что англичане произошли от одних обезьян, а мы от других. Вот, ну как бы понятно, да? Вот. Самые человеческие человеки, в которых нет ни капли, например, неандертальской крови, это примитивные африканские племена, которые никогда оттуда не уходили. Это вот, например, пигмеи разные. Вот у них неандертальских генов нет вообще, а вот у всех представителей европеоидной и, соответственно, монголоидной расы, точно совершенно те, у всех есть неандертальские гены. Да. Себе как можно развиться, если у тебя еда везде. Вода, в общем-то, если вы люди, да, мы так помогали, в общем-то, это же вредно. Наличие, да, в тот раз они меньше, да, и меньше исчезли. Так как объяснить не нужно. Нет, как вам сказать? Просто чуть-чуть помогал, наверное, а вдруг исчез. Да, это, конечно, загадочная история. Насчет того, почему у нас нет хвоста, это я никогда не понимал. Насчет того, почему у нас нет хвоста, я думаю, что это связано, посмотрите, на современных тоже эйпов, они ведь все бесхвостые, заметим. Современные эйпы бесхвостые все, включая гиббонов, которые активные брахиаторы. То есть, мы... Так хвост же лучше, с ним же лучше. Смотря для чего. Я думаю, что... Я не знаю, почему хвост стал мешать. Может быть, он, что называется, так склололся, да? В какой-то момент он перестал быть нужен, а стал там за все, например, цепляться за высокую траву. Там, да, когда... Значит, есть же такая... Ладно, ну, вот такие хорошие были, а вдруг исчезли. Да, и тоже загадка, правда. Значит, я вам говорю честное слово. Дело в том, что гипотез, естественно, разные степени спекулятивности, разные степени, так сказать, правдоподобности. На эту тему существует сильно не одна, я думаю, что их даже не 10, а больше. Значит, что я, опять-таки, могу посоветовать. Значит, есть сейчас вышли замечательные книжки. Александр Марков. Александр Марков, двухтомник у него вышел. Он называется «Эволюция человека». Он вышел в издательстве «Хонда Династия». Вот именно там все эти гипотезы, они великолепно совершенно рассмотрены. И вы, в частности, там подчеркнете для себя и пищу для новых рассуждений, каких-то, может быть, выводы какие-то сумеете сделать, может быть, что-то вас толкнет еще что-то прочитать. Это двухтомник. Первый том называется «Обезьяны, кости и гены». Это вот как раз вот про это. А второй называется... Ну, неважно, найду. В общем, он уже дальше... А? Правильно. Спасибо большое. Да, да. Душа? Да, мозг, нейрон, душа. Совершенно верно. Что такое душа? Не-не, слушайте, господа, у нас уже совсем плохо со временем. Уже совсем.